Осень уже близится, но в Ульяновске вовсю идут летние работы по благоустройству. В этом году начал реализовываться проект формирования комфортной городской среды. Его участники могут привести в порядок свой двор, благоустроить прилегающую к дому территорию. В программу попали 42 двора, 37 в начале, потом к ним добавилось еще 5. В 11 из них уже полностью закончены все необходимые работы. Были критерии отбора для того, чтобы войти по реализации данной программы. Это была и платежная дисциплина дома, и трудовое участие собственника. Убирают обветшалые конструкции, устанавливают новые малые архитектурные формы, наводят во дворе чистоту и порядок. Это лишь малый перечень работ, входящих в формирование комфортной городской среды. Иногда программа совмещается с другими благоустроительными работами. Асфальтируются дорожки или выполняется работа по капремонту, как, например, во дворе дома номер 17 по улице Камышинской. Все проекты у нас согласовываются с жителями, поэтому у нас часто возникают некоторые нюансы. Если по изначальному проекту у нас планировалось строительство парковочного кармана в одном месте, то часто он переносится. Вот такие вещи, они происходят, плюс мы достаточно серьезно увеличиваем объем работы, значит, относительно той сметы, которая была изначально предусмотрена. Благоустройство под контролем жителей – это новый вид работ. Коммунальщики спрашивают совет у собственников жилья и переделывают, если что-то не так. В программе приняли участие в первую очередь дворы Свияжского и Ленинского района города. Как собственники жилья узнали о проекте? Однажды нечаянно в интернете у меня были, это я подписана на новости, у меня пришли новости, что будет вот такая программа. Конечно, мы собрались сразу со своим коллективом. Здесь у нас вечером всегда гуляет очень много ребятишек с мамочками, с папочками. Мы посоветовались со всеми, конечно, и, в общем-то, решили поучаствовать. В следующем году программа будет продолжена. И от активности жителей каждого дома зависит, попадет ли в нее двор или нет. Егор Титов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.